Мы сейчас ничего не настроим в 320-м, коллеги. Давайте уже успокоимся и будем делать так, как мы запланировали. Ладно, хорошо. Ну просто я вот сейчас завис, я себя даже не слышу. Ну просто я за это только переживаю. Вас прекрасно видно и слышно, Денис Эдуардович. Хорошо, раз нас прекрасно видно и слышно, да, мы так и сделаем, да. Да, коллеги, смотрите, значит, сейчас я запущу презентацию. Эта презентация, значит, естественно, всем будет доступна, и я попрошу аппарат ее разослать. Она в виде PDF-ки существует, поэтому везде у всех откроется. Вот, если я вдруг буду зависать, пожалуйста, вы мне говорите, чтобы я знал. Да, пошла картинка, идет демонстрация или нет? А, вот сейчас начать демонстрацию, извините, вот сейчас я начну. Да, идет. Идет, прекрасно. Значит, так. Демонстрация прервана другим докладом. Так, начать демонстрацию. Идет, да, коллеги, я прошу прощения, извините, просто я... Идет презентация, да? Первый слайд, социальные сети в условиях... Знаете, у меня вот то сейчас происходит, например, фильм «Марсианин», когда, значит, он передавал на Землю сообщение, они получали вот это сообщение примерно через 18 минут, что-то писали ему, и он получал. Через 18 минут. Ну хорошо, давайте поработаем в формате фильма «Марсианин». Да. Ну как-то, да. Ладно, хорошо. Окей, смотрите, значит, я начну с следующего. Дело в том, что еще 2 недели назад у нас был довольно широкий выбор разных коммуникационных инструментов. Причем он был довольно широкий, хотя вот мой опыт как директор агентства социальной сети показывает, что все люди пользуются только одной сетью. То есть у всех есть аккаунты везде. Ну, ты пользуешься только одной сетью, своей любимой, а все остальные сети по отношению к тебе вторичны. Вот. Но это было вот до ситуации 2 недели назад. Сейчас у нас фактически осталось всего 5 сетей. Это 2 классические социальные сети, Одноклассники и ВКонтакте. ВКонтакте, как мы знаем, создаю интернет. Потому что компьютер, который стоит в кабинете, значит, я в этом самом Гриленковском, он не тянет этот сам ВКС, вот этот, понимаешь? Коллеги, алло. О, мы вас слышим. Насколько на связи? Коллеги, хорошо, у меня есть предложение радикальное. Мы можем найти стационарный интернет, который дает хотя бы гарантированный этот самый upload на 10 мегабит, чтобы показывать презентацию, значит, и мою лысую симпатичную харю. Потому что говорю, я сейчас раздаю с помощью вот этого. Денис Эдуардович, мы больше времени... Презентация про интернет-коммуникации не состоялась из-за отсутствия интернет-коммуникации. Денис Эдуардович, мы сейчас больше времени тратим на то, что обсуждаем качество интернета. Денис Иванович, так вырубается все время. Ты понимаешь, что я все время вырубаюсь? Я все время отрубаюсь от системы, потому что я пытаюсь объяснить. Я раздаю с помощью мобильного телефона на ноутбук. У меня нет стационарного компьютера, куда бы я мог это включить. А в чем проблема с рабочего компьютера раздавать? У меня нет рабочего компьютера, возможно, я уже говорил об этом. Ну просто когда все любите шутить надо мной, я выхожу из Москвы, я там выхожу с нормального интернета. А здесь нет интернета. Раздача в этом здании, значит, поглощенном глушилками с мобильного телефона, к сожалению, не дает полноценной возможности выйти по видеосвязи.
Это же не потому, что я против. Ну, уже все пока идет хорошо. Идем туда, хорошо. Коллеги, нас видно, слышно, мы пытаемся найти какое-то решение. Коллеги, слышно. Прекрасно видно и прекрасно слышно, Денис Эдуардович. Когда мы придем к власти, значит, мы всем вам купим нормальные компьютеры и попросим Илона Маска подключить спутниковый интернет. Вот, хорошо, ладно, продолжим. Значит, смотрите, вот еще раз повторю тезис, это принципиально важно. А раньше был большой выбор, сейчас буквально есть 5 соцсетей. Это две классические сети, Одноклассники и ВКонтакте. ВКонтакте, это, я думаю, что молодежь и люди, ну, даже сказал так, до 40, грубо говоря, до 40, до 50, может быть, даже. Одноклассники, это скорее село, города, минус и консервативная взрослая аудитория. Плюс еще надо понимать, что ну, серьезную проблему одноклассникам создали вот эти проклятые московские маркетологи, которые долгое время жили где-то в самолете между Лондоном и Барселоной. Они говорили, фу-фу-фу, это такая олдскульная зашкварная сеть. Хотя одноклассники, на мой вкус, это самая любопытная и интересная сеть и аудитория, потому что это первая аудитория в России, которая научилась вообще платить живые деньги за различные социальные действия. Это там дарить цветочки за какие-то донаты и так далее. Поэтому одноклассники чудовищно, мне кажется, недооценены. Вот. Тем не менее, у нас есть две социальные сети, Одноклассники и ВКонтакте. ВКонтакте вообще очень похож на Фейсбук, потому что Павел Дуров, хотя все время это отрицает, он, безусловно, ну, просто своровал и интерфейс, и идею Марка Цукерберга с Фейсбуком. Одноклассники немножко другие, значит, Анатолий Попов, который придумывал, все-таки действительно придумывал это оригинально, и это больше похоже на Classmate, тоже другую американскую социальную сеть. У нас есть Яндекс.Дзен. Это сильно похоже на то, что раньше было LiveJournal, живым журналом, то есть такой классический блог. Ваш мини-сайт. Фотография, текст, фотография, текст. Это подходит для таких великих писателей земли русской, которым есть что сказать. Вообще, кстати, вот, что же у нас происходит? Так, демонстрация. Я надеюсь, прокуратура уже разбирается с теми людьми, которые подписали акты приема-передачи компании МТС, вот этой системы, которая все время нас вырабатывает. Да, значит, хорошо. Значит, еще раз говорю, Одноклассники, ВКонтакте, социальная сеть. Яндекс.Дзен, похоже на ЖЖ для великих писателей земли русской. Почему я вот об этом говорю? Так отдельно останавливаюсь. Потому что на сегодняшний день нам, в принципе, сказать нечего. Средний объем оригинального контента в любой соцсети, ну вот, поставим на 2 недели назад, если мы говорим про ВКонтакте или Фейсбук, это примерно 1-2%. То есть 99% всего, что находится контент в соцсетях, это репосты. Я вообще окончательно разочаровался в подрастающем поколении, когда обнаружил сайт под названием «Статусы для контакта». То есть ты, значит, заходишь, выбираешь свой пол, возраст, жизненную ситуацию, и он тебе генерит народной мудрости серии «Я сложно найти, но легко потерять». Людям нечего сказать, в чем вот успех Инстаграма. Просто картинка, людям нечего сказать. А я бы заставил, когда есть что сказать. Четвертая социальная сеть – это Рутюб, который пришел на смену Ютьюбу. Но здесь тоже серьезная проблема. Если раньше в Ютьюбе у блогеров была возможность при средней демонстрации роликов в месяц примерно в 10 миллионов, у нас есть 10 миллионов просмотров на Ютьюбе, и Ютьюб с тобой делится рекламными отчислениями примерно в размере 1 миллиона рублей, то Рутюб, значит, предлагает ровно 4 раза меньше, 250 тысяч. За те же самые 10 миллионов просмотров. И при этом ты попробуй собери аудиторию в этом самом Рутюбе. И, конечно, Телеграм. Дело в том, что Телеграм – это такой вот, как правильно сказать, такой, конечно, с одной стороны, уникальный
и межканальный, что ли, канал, да, коммуникации, потому что это одновременно мессенджер и социальные медиа, значит, и как бы еще как бы что-то. То есть я думаю, что если Павел Дуров, а я в это верю, сможет подключить к Телеграму платежную платформу, то он станет полноценным таким интернетом внутри интернета, он станет похож на китайский WeChat. Потому что, ну, для тех коллег, у которых есть WeChat, они знают, что, в принципе, это вообще все, да, то есть в Китае WeChat все, платежная система, значит, переписка с друзьями, групповые чаты, бизнес-чаты, и социальная сеть, маленькие картинки и так далее. И вот что мы имеем, повторюсь, это платье ВКонтакте, Телеграм, Рутюб и Яндекс.Дзен. Больше ничего у нас нет. В принципе, с этим набором как бы социальных сетей можно вести полноценную коммуникацию любому и публичному политику, и представителю органов власти с одной оговоркой. Люди устали читать. Люди хотят картинок. В этом успех Инстаграма. А у нас нет Инстаграма. Вот все вот эти заявления про какой-то российский там 100 грамм, или как там все там уже отшутились на эту тему, это все профанация. Для того, чтобы сделать полноценный мессенджер, или, пожалуйста, полноценную социальную сеть уровня Инстаграма, нужны вложения, сопоставимые там с 150-200 миллионов долларов. И временной горизонт примерно в 9-12, а лучше 18 месяцев. Я принимал участие в бета-тестировании и хорошо знаю разработчиков отечественного мессенджера «Серафим», который должен был стать отечественным стандартом и прийти на замену Телеграма. Его разработчики, значит, известные православные олигархи, вложили в него 20 миллионов долларов в надежде, что Ростелеком его купит, докапитализирует. В итоге все закончилось тем, что он там текстовый сайт. Там, знаете, хуже, чем наша система ВКС, работал только «Серафим». Да, потому что там даже текстовые сообщения плохо ходили. Вот. И в итоге они это забросили. Я не верю, что сейчас кто-то готов всерьез проинвестировать такие суммы денег, а самое главное – время. Да, как мы знаем, значит, нельзя, 9 женщин не родят ребенка за один месяц. Да? Вот, то есть время здесь, к сожалению, очень важный фактор, чтобы это появилось. Нам придется жить в тех условиях, которые у нас есть. Нам придется решать, куда мы переходим. Я вчера, ну, возможно, чуть более откровенную лекцию прочел для сотрудников, для человек Красноярского края и там, их пресс-служб. Это была закрытая, не транслируемая конференция, поэтому я мог всем больше позволить их вещей сказать. Так вот, но вот мы там, ну, в качестве такого коллективного, что ли, там, коммунике пришли к выводу, что по-хорошему, политики, чиновники могут найти себя в ВКонтакте или в Одноклассниках, в зависимости от того, где находится их целевая аудитория, и вести эту социальную сеть, а вторую использовать просто как место, куда ты копипаст там складываешь контент. Ну, грубо говоря, если ты какой-то министерство молодежи, ты, наверное, скорее идешь в ВКонтакт, а в Одноклассниках, ну, для родителей этой молодежи, просто копипастишь этот контент и тратишь ресурс на продвижение ВКонтакте. А если ты министерство сельского хозяйства, ну, я утрированно говорю, прошу прощения, да, ты скорее находишься в Одноклассниках, а ВКонтакте, на всякий случай, для молодых, значит, этих пахарей и жнецов используешь. Вот. Потому что Телеграм – это все-таки, хотя мы не говорим сейчас о Телеграме, это все-таки информационное агентство. Вам должно быть что сказать. Это самое важное. Вам должно быть что сказать. Вот. Рутюб – это вообще за гранью, ну, по одной простой причине, потому что для нормального полноценного телевизионного продакшна вам нужно примерно 5-7 миллионов на продакшн в год, еще такая же сумма на продвижение. Самое глупое, что можно сделать, это произвести некий контент и его не продвигать. Потому что если вы не продвигаете контент, если вы не тратите хотя бы, я сейчас говорю про классические социальные сети и про видеохостинги, если вы не тратите хотя бы 50-70 тысяч в месяц, ваш контент, знаете, кто увидит? Вы, ваша мама, мамина подруга и сын маминой подруги, и больше никто. Потому что в задачи менеджмента соцсетей входит монетизация. В свое время, когда был создан Facebook, есть такой, знаете, любопытный фактор соотношение капитализации компании к ее годовой выручке. К ее годовой выручке или прибыли. Вот. Так вот, Facebook должен был окупаться 100 лет, а LinkedIn-то должен был окупаться 1500 лет. Я говорю, знаете, я знаю только одну организацию, кроме LinkedIn, которая может окупаться 1500 лет. Это православная церковь. Вот. То есть, на самом деле, конечно, сейчас социальные сети никого не будут показывать бесплатно. Это иллюзия. Вот. Но Телеграм в этом смысле, наверное, самый сейчас популярный канал, и мы сейчас поговорим об этом, и, собственно, почему я злоупотребляю вашим вниманием, коллеги, потому что ко мне сразу из коллег обратилась с просьбой помочь им настроить там те или иные каналы в телеге. Давайте я сразу всем расскажу, не потому что я ленивый, хотя, конечно, я ленивый, но просто так, возможно, будет полезно, и вот этот документ, он останется у вас, здесь скриншоты, для двух платформ, для iOS, ну, для iPhone и для всех остальных телефонов, работающих по форме Android.
Итак, смотрите, телеграм-канал заводится очень просто, я думаю, у вас всех он есть, ну, в смысле, телеграм-мессенджер, поэтому, значит, вы, соответственно... А, слушайте, а мышка по экрану бегает, скажите? Коллеги, кто-нибудь скажите мне, меня сейчас слышно? Нет, не бегает. А, мышка не бегает, мышка не бегает, мышка не бегает. Ну, хорошо, но тем не менее, вот, если обратить внимание на выделение, то есть канал заводим, это все понятно, соответственно, на андроиде то же самое. Но еще раз говорю, это презентация такой, ну, классический там туториал, просто вы потом себе или своим помощником оставите. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, звоните или пишите мне, я всегда помогу, вам подскажу, что как. Значит, понятное дело, что аватарка. Идеальная ситуация, когда вы аватарку рисуете оригинальную. То есть даже если это фотография вас любимого, ну хорошо бы как-то ее немножко там подшаманить, что называется, да? На худой конец сойдет любая другая фотография. Избегайте фотографий каких-то больших, где там много людей на них. То есть это или ваше лицо, или если это какой-то партийный, значит, вариант, это может какой-то быть как партийная символика, или какой-то оригинальный логотип, возможно, вы закажете у дизайнеров, ну или там мы по дружбе нарисуем. То есть, например, про мой канал, вот у Елены, у нее там просто фотография, правильно стоит, да? Вот как раз пример, когда она взяла фотографию и сделала рисованный вариант. Мне там вот мои дизайнеры нарисовали, просто у меня канал Дотерихов, нарисовали такой-то, видите, абстрактный, ну, в стилистике этого самого Супермена, извините за номенклатурщика, такую картину. Вот. То есть на самом деле вы должны очень серьезно отнестись к логотипу канала. Почему? Потому что это единственный ваш идентификатор. Он должен быть яркий, запоминающийся, потому что еще какая проблема. Сейчас такое количество телеграм-каналов появляется, что как бы вот для того, чтобы вот хоть кто-то вас заметил в этой ленте, то есть все всех добавляют, тут же выключают звук, убирают в архив, да, как известно. Но чтобы вас заметили, вы должны быть очень яркий, запоминающийся, красивый логотип. И упаси Господь, конечно, нельзя ни в коем случае оставлять просто вот эту, значит, картиночку по умолчанию. Так, что у нас дальше? Ну, здесь то же самое, аватар на андроиде. Описание канала. Нужно обязательно писать, придумать яркое название канала, да. Это может быть там, не знаю, это может быть канал имени вас, может быть по фамилии. Да, то есть, вот, мне кажется, лучше для публичного политика, чтобы канал назывался по фамилии. Потому что, ну, некоторые там, вот, например, там, коллеги, там, журналисты и политологи в Снаевске там как-то выпендриваются, вот там известный вам Василий Дамов, там, Вася в запасе, там, значит, Витя Самусенко из Боруса, у него личный канал «Самусев бесит», но они имеют, наверное, право вот так вот выпендриваться. Я думаю, что все-таки там, политикам необходима идентификация хотя бы на уровне фамилии. Вот я вот тоже выпендрился, да, Терехов, да, там есть не Зыгарь, да, Терехов, да, ну, фамилия, ну, слово Терехов точно присутствует. И совсем уж вы там напишете, я не знаю, какой-нибудь там «Честный Красноярск» или там «Лучший депутат», ну, вот с большой вероятностью люди не сразу догадаются, о ком идет речь, потому что у нас же все депутаты честные. Правда, коллеги? Вот, значит, описание канала обязательно пишите. Официальный канал такого-то депутата или там помощник депутата, или еще что-то. То есть нужно заполнить его, там, что-то о себе написать. Там довольно много знаков, ну, вернее, мало, но много. И это нужно обязательно заполнить, потому что если канал у вас просто, вы написали название и написали что, ну, то тоже большой вероятностью, как бы, кто-то может о вас забыть. Пожалуйста, этим не пренебрегайте. А, вот здесь для Андроида то же самое. Вы можете добавить в канал администраторов. То есть, например, депутат завел свой канал, добавил своего помощника в администраторы, там, добавил, не знаю, там, свою супругу, если там ему помогает, что называется, на дворольных началах, там, еще кого-то. Потому что, во-первых, это позволяет, ну, к примеру, если вы включили комментарии, поручить помощнику, пока вы сидите на сессии, значит, на эти комментарии как-то реагировать, там, удалять, например, там, какие-то непристойные комментарии. Ну и плюс, наверное, можно, конечно, там разделять, что пишете вы, что пишет помощник. Я, кстати, когда вот говорил про социальные сети, знаете, у меня есть такое любимое выражение, что есть всего две вещи, которые даже самый занятой человек, и самое важное, не может делегировать. Это личная гигиена и социальные сети. Потому что даже самый большой начальник не может делегировать за себя сходить в туалет, прошу прощения. Это должен точно делать сам, вот этот очень важный начальник. То же самое с социальными сетями. Есть два промежуточных варианта. Первое. Вы честно признаетесь, что это не канал депутата Иванова, а это канал о депутате Иванове. Его идет пресс-служба. Вы этом честно пишете у себя в канале, типа, я вот такой великий, или я такой консервативный, я просто вот, это вот рассказ обо мне. Да? Либо есть промежуточный вариант, как, например, кстати, сделал в Инстаграме Александр Ильич Ус, я не знаю, как сейчас будет в Телеграме это выглядеть. В Инстаграме у него было довольно изящное решение, потому что он также делал тоже наш с вами земляк, Александр Ильич Текстер, вот в Челябинской области. Некоторые посты тегированы хэштегом, пишет АВ, в случае с Текстером пишет Текстер.
То есть ведет канал пресс-служба, это все об этом честно заявляют, но некоторые посты, вот, там первое лицо делает сам. Но очень важно, послушайте, я прекрасно понимаю, что за каждым большим начальником и даже за некоторыми депутатами ходят так называемые эти фотографы-личники. Но если вы делаете вот с хэштегом «пишет там Иванов» личным, ну пусть это будет селфи, пусть это будет какой-то там неудачный, может даже смазанный кадр, ну, чтобы это было видно, что сделали вы сами. А не то, что это сделала пресс-служба просто в рамках как-то редакционного плана, сейчас нужно написать, что пишет Иванов. Вот, это тоже очень важно. Но самое глупое, это чтобы вас писала пресс-служба, а вы продолжали врать, что пишете вы. Смешная была история, как один какой-то московский, кажется, там, министр московского правительства попал в аварию, значит, и продолжал, во-первых, все время писал себе в третьем лице, значит, там, Иванов АА посетил совещание, писал в своем личном этом самом аккаунте. Потом попал в аварию, там какие-то растяжки лежал, вот такой весь, ноги, руки переломал, и продолжал, видимо, как-то лежал на растяжках, вести свой канал, значит, не помню, какой социальный сеть, по-моему, в Твиттере. Вы все по этому поводу стебались. Где? Страшно представить, чем же вы пишете, чем же вы текст набираете, если у вас руки и ноги поломаны. Сразу вспоминается один непристойный анекдот про ветерана войны, который звонил в публичный дом. Так, значит, хорошо, дальше, что у нас? Администраторы. Но повторюсь, ваши помощники могут чистить ленту, и ваши помощники могут тогда писать от вас отложенные посты, но здесь вот нужно соблюсти вот этот нюанс. Ну, админов, понятное дело, что можно удалять и назначать. Это такая техническая информация. Комментарии. Значит, вот здесь сложная позиция. Моя позиция, если ты отправился в социальные сети, ты не имеешь права отключать комментарии. В чем принципиальное отличие вообще там веба 2.0, ну, эпохи соцсети, от веба 1.0? Вот веб 1.0 это, ну, это условные классические коммуникации, телевизор, газета. Вот вы смотрите какого-то телеведущего, и вы так его ненавидите. Ну, вы можете только плюнуть в экран, ничего сделать не можете. А веб 2.0, эпоха UGC, User Generation Content, да, контент, созданного пользователями, это эпоха, когда это такая дорога с двусторонним движением, пользователь может вам ответить. И поэтому, если вы не готовы общаться с пользователем в комментариях, или вы там видите риски, ну тогда не вещайте в Телеграме, заведите себе сайт. И на этом сайте, в рамках информационной ленты, пишите, что хотите. И будут люди плеваться в экран. Или не будут. Или будут радоваться и складывать экрану цветы. Надеюсь, нечетное количество. Вот. Если вы все-таки завели... Ну, это моя позиция, хотя я тоже вижу риски. Эти риски связаны, например, с законодательством о том, что сейчас в том числе авторы вот этой площадки, соответственно, за комментарии, если там будет какой-то там экстремизм, вас тоже могут привлечь. Но я не знаю, честно говоря, честно скажу, не знаю случаев, когда, если ты сам ничего не разжигаешь, а тебе просто какой-то там подонок недоумок пришел и писал глупости, и ты там удалил-то с задержкой, я не знаю случаев, когда бы за это наказывали. Просто вот все случаи, когда наказывают блогеров за комментарии, они и до этого, в общем, как бы, что называется, отличались, так скажем, во всяких разных непотребных публикациях. Но, тем не менее, это ваше собственное решение включать или не включать комментарии, включать или не включать реакции. И здесь вот каждый из вас решит сам, нужно делать или не нужно. Мое мнение нужно. Так, то же самое это на андроиде. Так, вот то же самое отключить, включить реакции или посты, мы об этом уже говорили, вот здесь у вас, повторюсь, все это есть. Статистика. Значит, вы можете сами смотреть статистику телеграм-канала через встроенную админку, она довольно подробная, у нее много разных метрик, это позволит вам делать выводы, кто вас читает, что лучше заходит, что лучше не заходит. Вообще, кстати, вот из моей практики, не знаю, вот Елена поделится своим мнением, мне кажется, что вообще, конечно, русский народ довольно иезуитски подходит, ну, русский народ в широком смысле, а вот теперь довольно иезуитски подходит, конечно, к контенту. Вот ты сидишь долго, вымучиваешь, пишешь длинный умный текст, и его посмотрят 10 человек, один лайкает. Написал какую-нибудь фигню, и у тебя 100 лайков, 200 комментариев, тебе что, молодец, пиши еще. Ну вот, поэтому, конечно, самая счастливая девушка до ситуации 2 недели назад была Ольга Бузова. Нет, 25 миллионов. Ее все любят. Больше, чем Ольгу Бузову, я не знаю. Наверное, только Владимировича Путина любят. Вот, в социальных сетях. Вот Ольга на втором месте. Здесь, конечно, она молодец. Так, что у нас? Статистика телеграм-канала через админку, соответственно, андроида. Значит, по телеграмму, что касается телеграмма, А где же у нас? Слушайте, а вы уверены, что эта презентация новая, которую я вам прислал? А я спрашиваю вот коллег из аппарата. Я прошу прощения, я просто вставлял три слайда. Вот, значит, соответственно, я перепутал. Сейчас, видите, я просто перескочу. Значит, редактирование.
Значит, конечно, Телеграм довольно консервативная площадка. А, смотрите, значит, еще один важный момент. Вот он здесь не отражен, наверное, Я, наверное, поправлю эту презентацию. То есть, коллега, можно это разослать. Я потом сделаю апдейт чуть более подробно и еще раз разошлем. Значит, ну как, например, чтобы у вас была картинка с подписью, да, многие не знают. Нужно картинку вначале сохранить в избранное, потом, значит, нажать режим редактирования и написать текст под вот этой картинкой, где вы, значит, что-то хотите ее прокомментировать. Иначе это будет как два поста. Отдельно картинка, ну, например, фотография сессии, да, и отдельно текст. Значит, довольно скромные есть возможности по редактированию текстов. То есть, по сути, вы можете делать полужирный, с наклоном, зачеркнутый или подчеркнутый фактически. Если это делать с компьютера, ну, здесь есть варианты шрифта, здесь написано горячие клавиши и для Windows, и для Mac OS, если вы работаете с Mac. Еще раз повторюсь, я это как бы так, что называется, вам для информации, потом смотрите, кому важно посмотреть. Так, значит, смотрите, с Телеграмом более-менее закончили. Я сейчас предлагаю на секундочку отвлечься. Скажите, коллеги, по Телеграму какие-то вопросы есть у вас? Да, вот здесь Вера, здесь просто, здесь у нас несколько человек, здесь Вера Егоровна. Вот, значит, да, значит, у тебя есть вопросы? На Юльске говори. Потом будет вопрос. Вот, значит, и вот мы здесь с Еленой. Вот, коллеги, пожалуйста, кто нас видит, надеюсь, скажите, есть какие-то вопросы у вас общего содержания или технического? Видимо, все уснули или нет. Ну, там и камеру цепляют, там... Давайте по телеграмму. Я закончил с вопросами такими техническими и общестатистическими. Я хотел просто Ленгине Пензиной уступить микрофон и камеру, чтобы она рассказала как раз про контент-план и вообще про то, как правильно вести телеграм-политику. Да, смотрите, ну это импровизация, потому что я не знала, о чем будет говорить Денис Эдуардович. Что хочу вам сказать. Если вы не планируете в Телеграме писать какой-то собственный контент, а собираетесь заниматься перепостом чужих каких-то публикаций, то лучше вообще просто не начинайте это делать. Потому что действительно сейчас увеличилось количество пользователей Телеграма там в 3 раза. Но при этом вот очень многие каналы, они мертвые, потому что они повторяют какую-то другую информацию других пользователей, ну, которые можно прочитать, в общем-то, в первоисточнике. Я по своему телеграм-каналу вижу, что, например, очень многие мои публикации становятся вдруг новостейными, но при этом даже ссылок там на меня, например, нет. Если у вас будет происходить точно так же, не переживайте по этому поводу, это означает, что вас читают, и это здорово. Ну, то есть вы все равно становитесь каким-то лидером общественного мнения. Что, на мой взгляд, главное в Телеграме? Это очень короткие публикации. Иногда такие публикации на грани фола, чтобы заинтересовать тех читателей, которые у вас есть. У вас должен быть все равно какой-то свой стиль. Вот не пытайтесь это все там причесывать, приукрашивать. Если в тексте, текст ведь очень сложно воспринимать, потому что ты его читаешь глазами, ты не видишь эмоции, ты не видишь реакцию. Это далеко не радио и, конечно, не телевидение, если это какой-то текст. Поэтому лучше всего публикации сопровождать фотографиями, либо короткими видео. Сейчас, к сожалению, идет такое время очень коротких новостей, потому что если вы обратите внимание, люди каким образом просматривают ленту, я вам даже поднимаю телефон, делают вот так они. И за это время они успевают максимум увидеть 1-2 слова. Если это 1-2 слова их зацепит, они будут читать вашу публикацию, они на вас подпишутся. Значит, не гонитесь за количеством подписчиков. На самом деле, эта вещь такая, у вас может быть 98 подписчиков, но при этом вам будут из Москвы, из Питера, из Ростова присылать ваши публикации через мессенджер в WhatsApp.
Поэтому ключевая задача – это научиться просто выражать свои мысли, публиковать их в канал, кайфовать от этого, получать от этого удовольствие. Значит, поспорю с Денисом Эдуардовичем по поводу комментариев, удалять их или не удалять. А не удаляйте. Значит, я тоже за неудаление. Просто я говорю, что некоторые, некоторые не решаются. Ну, не решаются. Не удаляйте. У меня была ситуация, когда я была вынуждена закрыть вообще все социальные сети, когда с Навальным тут были такие проблемы у меня. Они проплатили конкретно наезды на все абсолютно мои социальные сети, мою семью там и так далее. Здесь, ну, просто чтобы с ума не сойти, потому что валились сообщения пачками, я отключила на какое-то время социальные сети, длилось это примерно там 3 недели, когда это все успокоилось, я опять все открыла. Но на самом деле вот и не ведитесь на очень многие комментарии, бывают с матами, бывают разные. Ну, написали, примите к сведению, в общем, вас все равно читают, все, что не некролог, все это реклама, на мой взгляд. Так, про свою подачу сказала, про яркие слоганы сказала. Ну вот сегодня, например, у меня, конечно, было много там публикаций, я посчитала, 73 репоста было. То есть мои как бы посты, их куда-то кто-то направлял, репостил в другие каналы, просто пересылались это через мессенджеры. Значит, поэтому коротко, главную суть, чем короче, тем лучше, все как выстрел должно быть. И нужно понимать, что мы сегодня живем в мире, в котором отсутствуют авторитеты. И вот это заблуждение, что да я там, например, любимец у большого количества там аудитории, это рассыпается вот так вот в пух и прах просто из-за одного какого-то слова, порой даже как бы, которое не вы сказали, а кто-то за вас как-то проинтерпретировал. В этом смысле, если возникают такие ситуации, нужно понимать, что для вас социальная сеть – это та площадка, в которой вы ни в коем случае не будете оправдываться, но вы изложите свою позицию. Так, и что еще я хотела? Так, на что еще хотела? Да, вот еще такая штука одна, тоже полезная. У каждого из вас есть контакты, у каждого из вас есть те люди, на которых вы опираетесь своей депутатской работе, встречаясь с ними, проговорите о том, что вот у вас появилась дополнительная площадка для коммуникаций, это, например, Telegram. И дайте эту ссылку, чтобы люди могли подписаться на вас и чтобы они могли добавиться в ваш канал. Ну и, соответственно, есть какие-то телефоны, вы можете ссылочку туда отправить, и тогда вот ваших каких-то комментаторов будет больше. Ну и если говорить, у нас же здесь вот такое как бы межфракционное там, да, взаимодействие, у каждого в партии есть сторонники, которые, мне кажется, тоже должны вас поддержать и взаимно там друг на друга подписаться. С единственным условием, что канал должен быть живым, со своим контентом, не мертвым, который просто перепощивает какую-то чужую информацию. Коллеги, да, я не знаю, Елена сказал это или не сказал, но, ну, вернее, сказал, я дополню. Вот если можете не писать, не пишите. То есть если вам есть, не то, что нечего сказать, всем есть что сказать. Ну просто, но есть некоторые люди, у которых это получается легко и изящно, есть люди, которые получается легко и неизящно, это я сейчас про себя. Вот, значит, есть люди, которые это вымучивают. Вот я просто хорошо помню, как руководитель пресс-службы одного, там, в прошлом губернатора Красноярского края, когда я убеждал его, что нужно завести ему тогда еще, мне кажется, ЖЖ, он говорил, знаешь, вот он человек очень такой, как бы, дисциплинированный, если вот нужно завести ему ЖЖ, ну, мы заведем ему ЖЖ, но только я понимаю, что это не его. Поэтому, если вы понимаете, что это не ваше, вот сейчас то время, когда вас никто не осудит за то, что вы это не ведете. Потому что хуже, если это будет нелегко и неуместно, а как-то потому что положено. Вот я уверен, что вам вообще ничего не положено. Это, возможно, нужно отчитываться министрам правительства, а депутаты, по-моему, не обязаны это делать. Ну, по крайней мере, нет таких KPI-ов. Это ваше решение. Это такое, опять же, общее соображение. И, мне кажется, прекрасная идея всем на всех подписаться, потому что мы из разных фракций, но мы еще, у нас у всех есть одна большая общая сущность, это ЗАГС Собрание Красноярского края. И вот те негодяи, которые переслали, значит, известное поздравление мужчин с 8 марта, они, конечно, сгорят в аду. Вот, и надеюсь, они сделают выводы и больше никогда не будут так делать. Я к тому же, что мы все еще товарищи.
Вот, давайте про, да, про Яндекс.Дзен я расскажу. Кстати, может быть, действительно, знаете, как, у нас же есть какой-то общий телефонный справочник, может быть, там попросить аппарат собрать со всех депутатов их телеграм-каналы и сделать такую Excel-табличку, чтобы все могли подписаться. Ну, потому что если бросать это в чаты, это в любом случае, как-то запутается, перепутается, а если это будет такая табличка, мы сможем это сделать, это действительно будет полезно. Как-то в свое время в Москве называли общество взаимного пиара. Так, Яндекс.Дзен, смотрите, а вот теперь, если вам есть вообще много чего сказать, если вы вообще большой великий писатель земли русской, тогда добро пожаловать в Яндекс.Дзен. А Яндекс.Дзен, как я уже говорил, похож на ЖЖ. Вам нужно завести аккаунт на Яндексе. Я думаю, что у многих он есть, у вас есть Яндекс.Почта. Вот, соответственно, ну, здесь опять же для Android и для iOS. Соответственно, и вот так, это также нужно обязательно сделать написание канала. Да? А, кстати, вот я не знаю, еще очень важно. Не забывайте о хэштегах. Дело в том, что по хэштегам очень удобно искать материалы в вашей собственной ленте, вам самим это окажется полезным. Поэтому любое сообщение тегируйте. В идеале, если вы наберете там себе, для себя, ну, скажем, там 10-15 хэштегов тематических, ну, вот по темам, которые вам близки, и еще 3-4 там хэштега оригинальных, да, ну, как бы, которые соответствуют там вашей метущейся душе. Ну, то есть, грубо говоря, там, если вы носите, пишете там ЗС Красноярского края, там, депутат Иванов, а если вы там, не знаю, там, поехали к избирателям, ЗС Красноярского края, или там, поездка в регион, там, депутат Иванов, если там вы пришли там домой, депутат Иванов тоже человек. Алло, кто-то что-то сказал, друзья, извините, это я же не показался. Вопрос? Реплика? Извините, показалось. Вот. Потом говорю, не пренебрегайте хэштегами, а обязательно, значит, все, что касается вот канала в Яндекс.Дзене, повторюсь, нужно делать описание, потому что, знаете, как-то узнаваемость 100% есть только у Владимира Владимировича Путина, и знаете, у кого второго, у Жириновского, я с удивлением узнал. В России есть всего два политика, у которых узнаваемость 100%, у всех остальных меньше. Вот когда у вас станет, когда вы станете третьим политиком Российской Федерации по узнаваемости, вы можете себе позволить в канал ничего не писать, в описании канала. Настройки. А, кстати, Яндекс.Дзен еще и платит денежку. Я, кстати, не знаю, как это соотносится со статусом депутата, но Яндекс.Дзен дает возможность монетизации для своих этих самых блогеров. Вот, можете там даже зарабатывать немножко. Яндекс.Дзен, ну, это Яндекс сделал свою такую социальную сеть, которая похожа, ну, на Light Journal, да, вот на ЖЖ. Там просто, ну, там длинный текст с картинками, вы там прям верстаете текст, картинки, публикация в журнале. Да, когда все презентации есть, да. Вот, значит, соответственно, да, значит, здесь тоже можно редактировать стиль. Хотя, честно вам скажу, мне кажется, что вот эти вот, как бы, самое глупое, это много писать капслогом, да, и ставить много многоточек, хотя я сам этим часто грешу, поэтому вот если что-то выделять там полужирным шрифтом или что-то подчеркивать, то по-настоящему что-то важное. Хотя, как известно, Эйзенштейн не знал никаких других монтажных приемов, кроме прямых склеек, а делал великие фильмы. А, вот, говорит, тоже, значит, это как раз здесь я просто неправильную презентацию сделал. Значит, вот, значит, что касается VPN. Конечно, нет никакой проблемы, и вчера вот на встрече в администрации края тоже была долгая дискуссия, как быть, ведь наша аудитория есть в том числе и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Я в данном случае, вот как человек, у которого в Красноярске, ну, может быть, если уж не самый большой, то один из самых больших российских интернет-колл-центров, говорю вам, что мы на протяжении там, последних 12 лет пытаемся доказать крупным российским брендам, что бренд не имеет права не реагировать на сообщение пользователя, где бы оно ни было написано. Когда я говорю слово «бренд», я имею в виду и колбасу, и услуги связи, и политика. Потому что колбаса – это продажа продукта, услуги связи – продажа услуги, а политика – продажа темы смыслов. Да, и извините, что, возможно, как-то я немножко так принижаю слово «продажа» статус народного избранника, но так оно, мне кажется, и есть. И поэтому, когда вы в хорошем смысле продаете темы и смыслы, как бы и себя там в счет будущих избирательных кампаний, тех или иных там, как бы, электоральных проектов, вы как бы не можете об этом не думать. И избиратели, да и просто граждане, даже если они за вас не голосовали, не обязаны вообще разбираться в нюансах, где там вам удобно отвечать. Они пишут там, где удобно им. И в этой ситуации, мне кажется, что, конечно, сейчас, после вот тех, ну, совершенно омерзительных людоедских высказываний, которые позволила себе компания Мета, о том, что, дескать, знаете, вот черных нельзя называть неграми, значит, этих самых евреев евреями, а вот за это мы будем банить, значит, а хохлов хохлами, я прошу прощения. А вот призывать, а вот желать смерти Путину можно, и желать смерти русским солдатам можно.
Ну, как бы это вот, это конечно, ну, мне, как человек глубоко циничному, я бы рассмеялся, но тем не менее, конечно, это совершенно мерзкое людоедское заявление, и терпеть это невозможно. И нет никакой проблемы сейчас, конечно, с помощью любого VPN подсоединиться и писать в Фейсбуке и ВКонтакте, в Инстаграме, но очевидно, что наши руководители, и многие из нас, да, я думаю, что, может быть, все, мы ушли оттуда не по техническим, а по политическим причинам. Но тем не менее, знаете, мы как врачи, в каком-то смысле, не имеем права не видеть, что там происходит. Поэтому я считаю, что VPN нужно поставить. Более того, и регулятор Роскомнадзор, и прокурорские органы делали заявление о том, что те россияне, которые будут в обход блокировки Инстаграма и Фейсбука, куда заходить, даже там что-то писать, не подвергаются никаким санкциям. Есть там разъяснение тоже юристов о том, что даже если суд признает мету экстремистской организации, те, кто будут там что-то писать или смотреть, не будут признаны экстремистами. Ну, мы прекрасно понимаем, что позиция может часто меняться, и сейчас позиция одна, завтра будет другая. Но, тем не менее, пока официально это делать можно. И более того, я думаю, что депутаты, наверное, в меньшей степени сталкиваются с этой проблемой. И также есть разъяснение, что в некоторых регионах были там перегибы на местах, когда полицейские, значит, требовали разблокировать телефон, если видели наличие Инстаграма, что-то, значит, человеку махали пальцем. Я думаю, что это недобросовестные, значит, коррупционеры. И есть разъяснение министра Колокольцева, что нельзя правоохранителям требовать разблокировать телефон только по решению суда. Это можно сделать, да, либо в полицейском участке. Вот, ну, тем не менее, кто-то с этим столкнется, это тоже очень важно. Про VPN. Значит, поэтому я рекомендую VPN поставить, пользуясь, опять же, это ваша позиция, делать или нет. Если VPN бесплатный, если VPN платный, делать или не делать, я не знаю. Я считаю, что это лучше сделать. Значит, есть, знаете, еще один очень важный нюанс. Здесь тоже описано алгоритм включения, хотя это все довольно просто. Дело в том, что, знаете, проблема с блокировкой заключается в том, что Роскомнадзор, когда тренировался на Телеграме, он вообще ничего толком заблокировать не мог. Сейчас они сильно продвинулись в этом вопросе. А, насколько я понимаю, сейчас и в Москве, в Красноярске, и Инстаграм, и Фейсбук, по крайней мере, на операторе Мегафоне мобильном, у меня обновляется, но комментарий не подгружает, идентификация не работает. То есть он работает криво. Даже VPN работает абсолютно корректно. Смотрите, возвращаюсь к тому, что, конечно, я рекомендую VPN платный. Платный VPN в среднем стоит 6-7 тысяч рублей в год. Ну, примерно 1000 в месяц. Наверное, для обычного человека, может быть, сумма значительная. Для политика, мне кажется, это разумные вложения в возможность оставаться на связи с избирателями. Ну, скажите, как оплатить VPN, если, значит, чертов Apple Store заблокировал карту? Подключите, пожалуйста, друзья, мобильный телефон. Здесь вот написано «как». И со счета мобильного телефона вы сможете оплачивать встроенные покупки и сделать платную версию VPN. Вот. Есть версии, что карты МИР начали работать на Apple Pay, на Apple Store. Вот. У кого-то работает, у кого-то не работает, но, в общем, это, с одной стороны, хорошая новость, потому что это позволит нам все-таки пользоваться полноценно Apple Store и Google Market. Ну, надеюсь, это будет так. У меня, пожалуй, все. Я хотел бы, чтобы как-то мы обменялись мнением или отрефлексировали, если можно. Есть дополнение? Да, вот у нас так. Трансляция. Что у нас вот здесь? Вот, смотрите, нам еще присоединяют. Да, вот. У нас много тут людей, да, надо было 320-й кабинет. Значит, смотрите, еще пока... Ребят, подходите, Денис Эдуардович говорил, вспомнила еще вот несколько моментов, по телеграмму вам скажу, что, конечно, нужно разрушать стандарты. Для того, чтобы ваш телеграм-канал цитировался и продвигался другими каналами, вам нужно рушить стандарты, в этом смысле вы берете чужие посты, которые, вам близки, например, их комментируете и тогда у себя распространяете. Не просто делаете репост чужого материала, а к нему обязательно высказываете какое-то свое мнение. По каким-то важным политическим моментам, социальным, можно делать опросы. Это тоже, кстати, имеет интерес у именно аудитории Телеграма. Достаточно активно люди подключаются, начинают отвечать на опросы. И у вас появляется возможность потом эти опросы как-то интерпретировать. То есть, еще один пост можете сделать
на эту тему. Так. Обязательно нужно зарегистрировать свой канал. Есть такой бот в Телеграме, называется он TGStatBot, для того, чтобы попасть в статистику. И тогда вы будете отображаться у других каналов, которые вы будете перепащивать. Ну и, соответственно, для разных социальных сетей, Денис Эдуардович уже об этом говорил, должен быть разный контент. Вы его, я думаю, со временем нащупаете, но лучше, конечно, не публиковать там, да, вот одно и то же для одной сети, для другой. Я иногда пробую это делать, чтобы динамику посмотреть, как это воспринимается. Но могу сказать, что вот, например, ВКонтакте хорошо заходит, когда вы скрины делаете своей истории из Телеграма и запускаете ее ВКонтакте. Например, ВКонтакте на комментарии лучше отвечать. Если в Телеграме можно проигнорировать, либо к какой-то интересной дискуссии присоединиться, то ВКонтакте нужно все-таки, ну, отвечать. Если есть какие-то негативные прямо комментарии, которые вас задевают, можно перейти в личные сообщения. В Телеграме не всегда это возможно сделать, потому что пользователи скрывают свой номер телефона, а ВКонтакте это сделать достаточно удобно. Но еще раз, не вступайте... Ну, в Телеграме можно написать, даже номер скрыт, но можно написать все равно сообщение вот по аккаунту Телеграма. Не всегда. Ну, мне можно вопрос настроить. Да. Да, есть настройки такие, когда вы не можете вступить. Угу. Значит, вот. Если не чувствуете уверенным себя в том, что вы сможете там, да, выдержать эту какую-то негативную дискуссию, лучше ее не завязывать. Значит, обязательно для ВКонтакте это сторис, потому что зачастую люди, например, ленту вашу не смотрят, либо у них очень много друзей, и они просто ее не видят, ну, потому что это невозможно, вот там 3000 друзей, да, просмотреть историю каждого человека, это с ума сойти просто, ничем не заниматься, не спать, не есть и не работать. Но люди иногда тех каких-то своих друзей, которых они ценят и хотят читать, там они по сторис, например, смотрят, там, да, о, что-то интересное, я зайду, посмотрю. Поэтому это короткая очень история, которая высвечивается обычно в правом верхнем углу, там, где у вас аватарочка есть, вот, то есть любую свою какую-то публикацию вы можете запустить в сторис. Значит, ВКонтакте есть возможность запуска рекламы, краем уха слышала, что Денис Эдуардович про это говорил, да, действительно, можно какие-то денежки положить на счет и как рекламу запускать, делать таргетинг, например, вы можете сделать это на свой избирательный округ, на город, там, на край, вообще на всю Россию и даже на весь мир. Значит, мне кажется, что ВКонтакте очень хорошо заходят разного рода мероприятия. Будь то субботники, будь то высадка деревьев, вы всегда там можете найти каких-то единомышленников. И вообще очень хорошо оттестировать какие-то такие вещи, которые вы в округе используете. Ну, опять же, пригласить на мероприятие на какое-то. На мой взгляд, телеграм-публика, она меньше на это вот идет. Там больше все-таки так, просто почитать, а порассуждать. А ВКонтакте они более какие-то вот, ну, мобильные, подвижные. Я, кстати, ВКонтакте нашла очень много единомышленников, которые вместе со мной ездят и высаживают деревья. Прям вот парадокс такой, да, ну вот есть такие люди, которые... Друиды, наверняка. Да, которые вот нашлись прямо так, да. Так, ведите прямые эфиры. Это тоже, если вам есть что сказать, например, есть там серия, например, каких-то обращений, вот, ну, как к депутату там, да, и вы какую-то закономерность видите, либо какая-то ваша работа, которой вы хотите поделиться. Не бойтесь, включайтесь в эти прямые эфиры, и, ну, как бывшая там телевизионная ведущая, я могу сказать, не бойтесь ошибаться. Важно в самом начале эфира сказать, что вы это делаете первый раз, вы очень волнуетесь. И я уверена, что даже если у вас будут какие-то оговорки и не очень хороший эфир, люди это воспримут нормально, ну, просто потому, что вы искренне говорите о том, что вы переживаете, и будет все нормально. Так, ну и, конечно, нужно следить за повесткой, если хотите вот оставаться как-то на плаву и очень быстро, моментально реагировать на все, что происходит. Ну, вот, в общем-то, пока все. Я хочу только добавить, значит, один самый важный момент, как мне кажется, принципиальный. Отличие ВКонтакте от Телеграма в том, что Телеграма – это, конечно, мессенджер, все-таки, в первую очередь, да? И там вот в каналах, вот в этих, жизнь течет линейно. Сегодня я сходил в кино,
значит, вчера я сходил в кино, сегодня у меня сессия заксобрания, вот завтра я пойду, я не знаю, в ресторан за 30 миллионов. Ну, значит, а в социальной сети жизнь течет релевантно. То есть, например, когда вы набираете в Яндексе слово «колбаса», вы получаете не все последние сообщения о колбасе, а вы получаете самые популярные сообщения о колбасе. И поэтому, знаете, вот есть несколько там загадок мировых. Там секрет Кока-Колы, как в макаронах делают дырки, как попадает в карамельки повидло, если жизнь на Марсе. Значит, и, собственно, алгоритм выдачи сообщений в соцсетях. Вот никогда Facebook и никогда контакт не расскажет, по какой логике они выдают сообщения. Считается, что это релевантная такая интуитивная выдача. То есть вы читаете то, что по мнению соцсети вам интересно, и те, кто по мнению соцсети вам интересен. И в этом, конечно, вот ваша лента ВКонтакте, ваша лента в Фейсбуке, но это больше похоже на газету, когда вы делегировали средства массовой информации право задать формировать повестку дня. И с этим можно работать. ВКонтакте, конечно, вот в этом огромном потоке каналов вы сойдете с ума, если все это будете читать. Вот. Но именно поэтому, вот те маленькие технические лайфхаки, о которых я говорил, яркая аватарка, какие-то яркие другие сообщения могут быть полезны. Вот. Я думаю, что, скорее всего, я верю больше всего из тех 5 российских соцсетей, про которые я говорил, я верю больше всего ВКонтакте, я думаю, что Павел Дуров доработает его, и он сделает там функционал буквально в социальной сети, и там появятся такие же те же самые истории, все остальное. Ну, о чем Елена Евгеньевна совершенно справедливо заметила, прямой эфир, сторис, это действительно то, что сейчас работает. У меня одна из моих там лекций, с которой я выступаю, называется «Устать помнить». Я думаю, в чем успех вообще сторис? Потому что сторис живет всего сутки. Прошлого нет, уже будущего нет еще, есть только настоящее. Мы все такие вот, знаете, птички, рыбки, однодневки. У нас так много какой-то бессмысленной информации в голове, что мы, боюсь, даже многие из нас не способны толстую книжку перед сном прочитать. И поэтому, конечно, вот эти сторис, которые просто возникли безо всякой необходимости и потом исчезли, они набрали колоссальную популярность. Может, это как-то, не знаю, там недостаточно, как мне было уже несколько раз сегодня заявлено, звучит недостаточно пафосно для вот этого храма законотворчества. Но мы, когда выходим в социальные сети, мы в первую очередь юзеры, а только потом уже депутаты и все такое прочее. Там два вопроса ко мне, я так понимаю. Это по поводу моего высказывания. Открытый комментарий. У меня открытый комментарий, не знаю. Мы сегодня прекрасно про холл-платок оренбургский дискутировали, сидя в метре друг от друга. Я действительно закрывала комментарии, говорила уже по поводу чего. Вот, они открыты у меня давным-давно, там можно спокойно писать то, что хотите. Значит, очень короткие публикации на грани или за гранью фола, это Твиттер. Да, там слишком короткие, но вот я считаю, что все-таки лучше начинать с каких-то, абзац буквально написанный, потому что большие тексты, особенно вот таким вот большим кирпичом написанные, просто читать никто не будет. Поэтому нет, здесь что-то, это Facebook, это другое совсем. Да, это совсем все по-другому. Если написано неинтересно, невкусно, читать никто не будет, это прям 100%. И, конечно, да, надо стараться как-то разбивать на абзацы тогда хотя бы, чтобы это не выглядело вот просто каким-то таким камнем большим. Ну, газетчики это еще называют кирпичом. В ЖЖ был такой хэштег «много букв не осилил». Вот, знаете, если даже для ЖЖ это было актуально, то для нынешних соцсетей, конечно, невероятно актуально, поэтому чем короче, тем лучше. Вот я еще повторюсь, успех Инстаграма, картин короткая подпись. Потому что говорят о том, что сейчас у всех клиповое мышление, это действительно так, я вам показывала, покажу еще раз. Посмотрите, как люди читают ленту. Это происходит примерно вот так. Вот человек ее вот так читает. Так называется, по поколению большого пальца, да, мы скроллим ленту в смартфоне. И все. Коллеги, ничего мы вас научим плохому. Я не убью. Нет, все поздно. Вы сюда пришли, мы сейчас научим вас плохому. Коллеги, есть мнения, замечания, вопросы? С радостью просто выслушаем. Ну как же жить-то в этих сетях? Там в них не надо жить. Как вот? Их надо использовать как рабочий механизм, иначе будет как у Бузовой. О боже мой, душа осталась. Я думаю, что многие даже... Буквально в качестве обратной связи. Спасибо большое за информацию. Вот лично для меня было несколько очень важных моментов, которые касались, во-первых, статистики в Телеграм-канале. Я, честно говоря, ей никогда не занимался, а теперь я буду обращать на это внимание. И мне всегда было очень интересно, каким образом люди подчеркивают в Телеграм-каналах и, значит, свои, и меняют шрифт
У меня просто не было времени с этим разобраться, и за это вам большое спасибо, что подсказали. Я могу потом вам, Алексей Викторович, показать два варианта статистики. Это же статистика внутренняя из самого клиента, а вот то, о чем говорила, значит, Елена, это как раз то, что касается бота, который вам помогает. То есть ну, это еще один вариант статистики. Нет, ну может совсем заморочиться, подписаться, значит, за деньги на какое-нибудь аналитическое агентство, но это, мне кажется, для нашей работы, ну, как бы такая, мне кажется, избыточная необходимость. Коллеги. Ирина Николаевна хотела что-то нам сказать. Или... Ферма убивает. Информацию. Иногда молчание красноречиво, да, я понимаю. Да, но все же ну что, графический контент пишут для интернета первичен. Ну да, да, картинка. Я вам могу сказать, что если вы можете работать в фоторедакторах и будете делать какие-то фото жабы, то это просто будет фурор. Ну, смотрите, коллеги, я вам честно скажу. Вот мне кажется, что если вы можете себе позволить там бюджет, не знаю, хотя бы там ну, 30-50 тысяч рублей в месяц вот на вот эту работу, то я, конечно, бы, не знаю, там, или помощника там рукастого нашел бы, или там на стороне бы заказал. Ну, конечно, хорошо сделанная там какая-то инфографика, там, хотя бы раз в две недели, раз в неделю. А какой-то минимальный ролик, пристойно смонтированный, конечно, привлечет больше внимания, чем вот просто фотография с айфона. Конечно. Это важный, но не обязательный фактор. Я думаю, что если вы интересны, вы там тремя словами, в общем, интерес я буду поддерживать. А самое главное, интересно и регулярно, я бы сказал. Здесь как в спорте, очень важно заниматься регулярно. Вот смотрю, Ирина Николаевна что-то хотела. Вопрос какой-то задать. Она включилась, у нее черный экран просто был, и звука не было. Меня не слышно? Сейчас слышно, говорите. Все, спасибо большое. Уже видно, Ирина Николаевна. Мне пришлось выйти еще раз подключить. Я хочу сказать большое спасибо. Если честно, не все поняла, потому что ну, у меня, например, там Android, видимо, я не все то, что вы сейчас показывали в презентации, смогла быстро у себя найти на телефоне. Я не очень хорошо поняла, как сделать комментарий открытый в канале, потому что я вот не вижу тех ссылок, которые вы показали. Но я думаю, что я смогу подойти к вам индивидуально и пристать, если что. Да, коллеги, я с радостью всем все помогу, настрою. Мне сложнее, конечно, с Android, ну, потому что у меня самого iPhone. Но я думаю, что мы все настроим, сделаем. Я думаю, что да. Может, знаете, с чем может быть связано? iOS как бы он такой линейный, он постоянно обновляется. А у Android есть разные версии. Поэтому у вас может просто другая версия, там более старая. Ну, я не знаю, мне гипотеза моя стоит. И там чуть-чуть другой интерфейс. Возможно, из-за этого. Спасибо большое. Вообще было очень интересно. И вам, и Елене Евгеньевне огромное спасибо. Так, очень сильно в актуальности. Геопривязка влияет на интерес публики. Фактически современный пост с геотегом. Но в этом самом нет. Ну, ВКонтакте можно поставить геотег, в Телеграме нет, как бы, поэтому, ну, как бы, не знаю, ну, как бы, ну, значит, вот на самом деле... Статистика Инстаграма, да. Вот на, да, она действительно собирала большее количество людей, в зависимости от того, когда ты публиковал в своей там публикации, еще и место. Где ты находишься? Я не замечала, чтобы ВКонтакте на это влияло сильно. Честно скажу, нет. Вот есть вопрос, значит, не все готовы к критике хейтеров. Ваш совет на этот случай. Значит, если мы сейчас, я сейчас в данном случае обращаюсь исключительно к депутатам законодательного собрания, в первую очередь, да? Но у вас же были встречи с избирателями. Там же не все зайчики, значит, там же некоторые волчары зубастые. Поэтому я думаю, что если вы хоть одну встречу с избирателем реальную прошли, когда из зала тут кричит, значит, догорит в аду, то я думаю, что никакие хейтеры вам не страшны. Вот правда, мне кажется так. Потому что вообще, вот, знаете, в данном случае, я прошу прощения, срач – это профессиональный термин, извините, да, я как СММщик сейчас говорю. Вот все, что происходит в интернете, это детский лимб с тем, что происходит на реальной встрече с избирателями, я думаю, что вы прекрасно это понимаете. И если кто-то не готов, наверное, плохой политик. Ну, да, нет, я, знаете, вам расскажу другую историю, когда действительно навальнисты вот устроили ад какой-то мне, они звонили моим детям, угрожали, и вот просто очень короткая история. Значит, я захожу в Инстаграм, и какой-то брутальный абсолютно мужчина, который стоит на фоне Дивногорской набережной, пишет мне,
ну что, сука, вскрыть тебе ливер. Я просто ему позвонила, потому что вот, например, и ВКонтакте, и Инстаграм предполагает звонки. Я ему позвонила и сказала: привет, Андрей, куда подъехать? Как вы думаете, что произошло с этим человеком? Он просто сдулся и начал извиняться. В этом смысле поймите, что большинство людей, которые как-то очень агрессивно ведут себя по отношению к вам, вот в этой социальной сети, они искренне считают, что они никогда с вами не встретятся, и им все дозволено. Как только они видят глаза в глаза вас, они теряются, и не готовы они уже поддерживать вот эту вот свою агрессивную позицию. Поэтому еще раз, я уже третий раз это повторяю. Если вы видите в себе силы спокойно реагировать на такие вещи, можете отвечать. Если вы видите, что это бесполезное занятие, то просто не реагируйте на это. В крайнем случае вы можете заблокировать этого человека. У меня сейчас, вот, например, в Телеграм, и я думаю, что у многих, кто ведет очень активно соцсети, соответственно, поддерживает позицию президента, начинают появляться укрокомментаторы. Зачастую это боты, это не настоящие комментаторы, ну, либо нанятые, проплаченные люди. Ну, просто блокируйте их и все, потому что, в конце концов, они могут у вас в канале опубликовать фашистскую символику, заскрините это. И после этого отправить это в правоохранительные органы и сказать о том, что ваш канал распространяет вот такую вот ерунду. Ну, то есть, когда очень внимательно отслеживать, в том числе и чаты, которые у вас есть, и своевременно удалять вот такие вот вещи, и не бояться, что кто-то потом напишет, что вы тут что-то удаляете. Пусть пишут. Да, друзья, значит, есть, знаете, есть такой профессиональный термин, значит, не нужно кормить тролля. То есть, если вы понимаете, что этот человек, или бот, ну, просто алгоритм, или какой-то проплаченный. Это очевидно же, да, что ну, человек написал там «ты дурак», ну, ты ему ответил там из серии «сам дурак». Да. Или, например, «спасибо, без вашего оценки». Ну, и человеку все равно, да. Ну, и важно было тебя вот, вот сейчас, вот, значит, под, говоря, значит, замечательный Леонид Евгеньевич мне пишет проклятие, значит, вот, в чате ее. Вот. Ну, я там, типа, Денчик, да, пишем, Степанчик, отвечаю ему, там, вот, человек Степан подписан. Ну, как бы, мне не сложно. Но, значит, ну, если произойдет дальше, появляются комментарии, ну, это очевидно, это тролль. Ну, просто игнорируйте и все. Не кормите. Это игнорируйте и все. Я вам скажу так, вообще лучшая стратегия коммуникации в соцсетях, ну, работа с негативом. Ну, это просто это отдельная длинная тема. Если кому-то интересно, у меня есть очень смешная презентация на эту тему, я немножко даже на этом зарабатываю, но для коллекторов все бесплатно. Вот. Я могу просто отдельно как рассказать, показать. Лучшая стратегия – вообще ничего не делать. Потому что информационное поле такое плотное. Да, сейчас, конечно, ну понятно, сейчас есть одна главная тема, но вот в обычной жизни информационное поле такое плотное, что никто вообще не помнит, что было вчера. Повторюсь, что интересно вам, вашей маме, маминой подруге, сыну маминой подруге. Это все об этом забудут. Есть случаи, когда нельзя не реагировать, а нужно ответить, когда тебе говорят: ты ешь детей. Да. Ты говоришь: ну как, ну только по праздникам, да? Вот. Ну а все остальное, там, пролив, да, все остальное, можно вообще на них, это все завтра забудут. Поэтому я думаю, что или бейтесь до конца, до последнего с этими скотами, ну или не реагируйте. Да, ну и, кстати, вот, Сергей Александрович, вы как вот главный сейчас генералиссимус, Главный генерал. Да, который не пустил нас в 320-й кабинет. Генерал-адмирал. Значит, да, если вот есть проблема, связанная с тем, как ответить, как вести себя и вообще как реагировать на вот резкие какие-то выпады, у меня есть прекрасный тренинг, рассчитанный на 2 дня по NLP. Вы же, наверное, тоже бесплатно почитаете его для коллег, да? Конечно. Сейчас была минутка бесплатной рекламы, бесплатный тренинг. На самом деле, я тоже реплику одну скажу, у меня не было опыта вообще работы, ну и присутствия в соцсетях, и я вмешалась, тут ввязалась в дискуссию по Хэллоуину, потому что это не наш праздник, и вообще он больше вреден, чем полезен, и вообще не полезен. Вот. И на меня набросилось такое количество людей, я просто не успевала отвечать. А потом вывелось 2 или 3 человека очень злых, которые разговаривали со мной на терминах ниже пояса. У вас как вы взяли, что вы ведьма говорили? Нет, говорили. Ну, то есть там вообще просто было все, да. И ну, на самом деле нет, но я не умела ничего, и я решила в личку писать.
И начала писать в личку, разговаривать там конкретно с людьми, и они каким-то образом отреагировали на меня. А вы победили в итоге? Да. То есть в результате это было 2 или 3 человека, которых прям я в личку... Друзья, знаете, я раньше думал, что есть только один человек, который борется просто один в поле воя. Это Джон Сноу в 9-й серии «Что вы сделали Игры престолов» и «Битва бастардов». Это считается самым дорогим, самой дорогой серией сериала. Да, вот он вышел один с мечом. И пошел на этих, на врагов, не имело значения, есть там сзади у него одичалы и конница. Теперь больше есть второй человек, это Вера Егоровна. Джон Сноу и Вера Егоровна Оськина. Это два бойца, которые один в поле воина. Нет, Вера Егоровна говорит абсолютно... Нет, это совершенно верно. Я, конечно, с юмором говорю, но действительно, если у вас есть силы, идите в берлогу, и там их добейтесь, если есть силы. Да. Я сказала, задавать вопрос, но дошла до она. Дискуссия шла до 3 часов ночи. Мне утром надо было идти в командировку. Я девушке, когда она подобрела, написала: заканчиваем. Мне завтра утром надо вставать. Есть такая картинка, значит, приходит жена к мужу, говорит: дорогой, пойдем спать. Она говорит: не могу, в интернете кто-то не прав. Если это про вас, то вам стратегия Веры Егоровны подходит. Ну, потому что действительно можно использовать до конца вот эту историю. Коллеги, если нет больше вопросов и мнений, реплик, наверное, можно отправиться в ресторан за 30 миллионов ужинать. Денис Эдуардович, спасибо. Спасибо за прекрасный лекционный материал. Будем учиться. Спасибо. Да, тогда если можно, коллегам разошлите презентацию, которая есть. Я ее проапгрейджу и, наверное, не позже понедельника. Ну, там еще добавлю несколько слайдов там, со статистикой, с какими-то советами. Отправлю, может, окажутся полезными. Ну, и если кто-то не разобрался, welcome. Я в 301-м нахожусь довольно часто. Вот. Я сейчас из Красноярска, в Москву, командировку летаю, все изменилось. Ну, а на связи-то круглосуточная. Я как Москва никогда не спешу. Спасибо, друзья. Спасибо. С вами было хорошо, как говорится.